15 октября в Республике Карелия проходит всероссийская перепись населения. 12-я в истории страны, первая как цифровая. Перепись населения – это, по сути, фотография нашего общества, нашего населения на текущую конкретную дату. Но мы даем возможность нашим аналитикам заглянуть в будущее, смоделировать программы развития общества, такие как здравоохранение, жилищное строительство, образование, культура, экология, ну и, конечно, в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, поскольку наш ресурс является одним из самых важных с точки зрения жизнеобеспечения нашего населения такими вещами, как вода, электроэнергия, тепло.